Достаточно редко удается получить такой товар. Обычно мы используем все по большей части с рынка. Хотел вам показать филаментную лампу светодиодную в классической эдисоновской колбе E27 цоколь, которую производит Royal Botania. Вот такая она интересная. Что замечу? Цвет колбы оранжевый. Плохо сейчас видно, но вот это прозрачное, видите, а вот это оранжевое. Лампа дает каких-то всего лишь там 200 с небольшим люменов. Но при всем при этом цвет у нее 2200 кельвин. Практически натриевый, практически оранжевый. Вот такая вот тусклая, даже неправильно сказать тусклая, а, ну, во-первых, сама по себе лампа светит не ярко, уподобаясь фактически вольфрамовой спирали. А во-вторых, да, у нее цвет, это видно и по самому люминофору, который нанесен на линейке. Цвет практически оранжевый, теплый желтый. Производитель говорит, что да, 2200 кельвинов, 280 люминов, можно диммировать. Представляете, здорово как, да, 25 тысяч часов срок службы, все классические эдисоновские размеры. Больше никакой информации нету, ну, скудненько. Но тем не менее, если вот такую лампочку ищете, могу порекомендовать не дешевый экземпляр производства Royal Botania. Приобрести можно у нас. Вот.